Так, Венера, 25 марта 2020 год. Просто на тех же заводских настройках попробовал в другой режим переставить съемку. Вай, красота какая! Что же это может быть? Колебания воздуха. Такого колорита добавили записи. Венера. Ну, это не так. Только купил фотоаппарат. Я сколько, недели не прошло. Пользуюсь раз третий, наверное. Пока тыкаюсь, как слепой котенок. Методом тыка туда-сюда. Ну, вот просто переключил на другой режим какой-то. Там спортивный, не спортивный какой-то поставил. Лайт. Что такое лайт? Да посмотри, какой странный эффект получился. Хотя до инструкции еще не добрался. Как там еще работает? Купил себе чудо техники. И давай развлекаться. Это явно не натуральная Венера. Какие-то оптические глюки. Но выглядит классно. Да, и цвета, конечно, не натуральные. Гораздо больше света. Это, наверное, повышенное ISO. Намного на экране отображается больше яркости, чем объективно. Сейчас уже приличные сумерки. Наверное, это не просто light, а low light. Низкий свет, низкая освещенность. Все методом тыка. Надо таки добраться сначала до инструкции, а потом уже. Ну а пока буду с инструкцией возиться, опять какие-нибудь облака придут. Я эту матушку природу знаю. Уже снимем как есть, пока так. Лады, 25 марта 2020 год, Харьков. Венера почти в элонгации, почти на максимальном удалении угловом от Солнца.